Играть до последней секунды, даже если проигрываешь 0-5. Накануне в Белграде молодежка «Шерифа» в очередной раз доказала, в команде играют настоящие мужчины. Казалось, в безвыходной ситуации смогли вернуть интригу в противостоянии с сербским «Партизаном». Лишь гола не хватило для продолжения противостояния. Белград, стадион «Партизана». В марте здесь чудо сотворила основа «Шерифа». Отыграли 2 гола и вышли в 1/8 финала Лиги конференций. Теперь тест на прочность проходила уже молодежка «Желто-черных» в юношеской Лиге чемпионов. С первых минут стало понятно, матч в Белграде повторяет тираспольский сценарий. «Партизан» много атаковал, «Шериф» терпел в обороне и ждал своего шанса. И дождался. На 20-й минуте «Желто-черные» зарабатывают штрафной. Николай Ковальский подает, Артем Дежинарь замыкает. В Тирасполе этот дуэт принес гол. В Белграде мяч попал в перекладину. Футбол не терпит сослагательного наклонения. Но немного удачи, и все могло пойти по тираспольскому сценарию. Но у каждого матча своя драматургия. Дальше «Партизан» за минуту забивает 2 и сравнивает счет в 2-матчевом противостоянии. А спустя 10 минут уже выходит вперед. Форвард черно-белых Душан Йованович оформляет дубль. 0-3 к перерыву. Во втором тайме хозяева забьют еще 2. 0-5. Казалось, все понятно. Но молодежка «Шерифа» не бросила играть. На 80-й минуте забивает Артем Дежинарь. Потом это упражнение он повторит уже в добавленное время. 5-2 на табло и 5-4 по сумме 2 матчей. Наши парни испортили легкую прогулку «Партизану» дома и вернули интригу. Но пройти дальше в юношеской Лиге чемпионов не вышло. Главное, они показали приднестровский характер, бились до конца и еще раз доказали – они настоящие мужчины.